Всем привет! Раннее утро, туман, маленькая наша любимая речка, ее впадение в Клязьму. Вот тут вот в самом устье лупит жерешок. Начнем, наверное, не со щуки, а все-таки с него. Как бы туда еще пролезть? О, сейчас тут будешь по уши сырой. Камеру бы не утопить. В кустах воды больше, чем в реке. Попробуем. Надо что-то помелководнее ставить. Одна трава. Все вот так заросло, даже не знаю, где тут ловить. Попробуем. О, щупак убежал. Убежала одна отсюда. Ага, маленькая. А мой воблерок кто-то уже снял. Спит. Она бы уже клюнула в таком-то месте. Ага, прям вылетела из воды. А вот тут прям около берега, из-под травы. Пойду спущусь, вот так вот прокину.
Вот она и доловилась. Так, резинку мою не надо выкидывать. Отдай, отдай. Это мой крючок. Ну да, грамм 300. Начала клевать. Проснулась. На неогрузку. Ух ты, как она ее разорвала. Она разорвала резинку мне. А у меня с собой больше таких нету. Так что будем чинить. Нахуй тебе именно такая нужна? Она мне нравится. Вон она. Ага. Дай-ка мне какую-нибудь резинку тоже здоровую. Или воблером ее можно. Ну как тут воблер будешь водить? Вон там он делает, в просвете. Там-то можно. Но туда сейчас пойдешь, будешь как Юша опять. Сырой. Да мне похуй, я пойду. Там главное поймать. Правильно? А если я туда скажу зря, вот это да. Там ямка. А? Там ямка, там глубоко. Там может кто покрупнее сидит. Интересно, это та же самая доловилась? Или другая? Та вроде помельче была. Словно и нету. Может, он тут летом и не стоит. Ну, щука должна быть. Ну, щука, она везде есть. Как обычно, в самом низу. Чего там? Да резинку. Да, попробую вот такую. Осака Памкин. Осака Памкин цвет. Пар, а. Смотри, поклевка была только что. Да. Под берег мох и мелкий походу. Да? Прям под берегом, сука. И у меня поклевка. Только с коряшки скинул. Во-во-во-во. Только на палку закинул, то же самое. Походу сбил резинку. Ага, он у меня то же самое. Сбил резинку. Судачок, походу, небольшой. Не, у меня вдали. Там коряшка. Только с нее скинул, сразу же прям бом. Не, у меня хороший был. Ветки вот эти мне помешали. Стараюсь просто стоять так, чтобы в кадре был кончик видно, а то солнце в глаза светит.
А тут ветки. Шнурок. На нагрузку опять. Вот и подошла к концу сегодняшняя рыбалка. Честно, ожидал я гораздо большего. После таких дождей я думал, что приедем, тут будет полноводно. Но все-таки вот эти две недели жары сделали свое дело. Вода ушла, все обмелело, все заросло. И щука то ли скатилась, то ли куда-то попряталась. Вот в эту траву, которая вот просто шапками лежит на воде. То ли ее выбили, потому что здесь натоптано. Не знаю. Две поклевки, обе реализованы. И все. Как будто и нету. Ну, будем знать, что пока что здесь делать нечего. На эту речку уже до осени, наверное, не поедем. Благо, есть такие речки у нас, микроречки, которые весь сезон достаточно полноводные. Будем ездить на них. Ну все, друзья, поедем мы домой. Хватит тут уже дрыгаться. Все промокли. Чувствую, я даже немножко уже простыл. Рыбалка того, в принципе, не стоила. Всем пока. Поедем мы до дому. Но речка, конечно, красивая. Даже когда вот такая мелководная. Вон стоит, ельца стоит. В принципе, рыба все равно есть хоть какая-то.